При покупке любого бита вы получаете 20% скидку на любую обложку. Ссылка в описании. Я хочу купить из себе Дима, я сливаю эту суку, как Алексей Кис, а? Я могу купить из себе дым, беру благо бит, так и взрываю, как взрыв. Уса. Ну чё там? Короче, зашёл я на YouTube. Бля, нахуй вообще я это сделал? Непонятно, просто в КС с пацанами играл. Короче, зашёл на YouTube и посмотрел там вот эти видео, кто-то клепает, блядь, там, у кого, с кем там конфликты, короче, вот это всё. Чуваки, которые делают эти видео, вы, блядь, конченые долбоёбы. Во-первых, вы дезинформацию людям как бы даете полную вообще, то есть там, если вскрыть как бы все карты нахуй, вообще все, что происходило там за ближайшие 5-6 лет в рэпе, чуваки, вы охуеете, блядь. Вот у меня столько нахуй чернухи на каждого человека есть, что, блядь, если я нахуй начну рассказывать, ну, бля, там половина людей, нахуй, карьера закончит, реально. Вот я просто не хочу по личностям проходить. Но, бля, какие вы ж, сука, низкие, блядь, тараканы, нахуй. Я просто в ахуе, конечно, блядь. Просто вас раздавить, блядь, ну, нужно, нахуй, реально, блядь. Я просто в шоке. Там, блядь, кого вы нахуй из себя строите, блядь? Шо вы, блядь, в этой жизни? Вы, бля, малолетки, нахуй, блядь. Вы мои, блядь, дети, нахуй, блядь. Понятно? Блядь, мне кто-то будет говорить, там, нахуй, какая-то малолетка, что я, блядь, в бит не попадаю, блядь, чел. Ты вообще есть, потому что ты вылез из моей спермы, нахуй, блядь. Ты вообще существуешь, блядь. Потому что есть я, нахуй. That's what's up. Так что, пожалуйста. Вот все эти конфликты, нахуй. Ну, это, блядь, это такая чушь, блядь. Почему, нахуй, ко мне, блядь, люди постоянно приезжают и, блядь, лижут мне очко, нахуй. Нереально, ни один человек, блядь, который там что-то там хотел сделать, вы нихуя не делаете. А знаете почему? Потому что яичек у вас нету, нахуй. Вы, блядь, безяичные, нахуй. Ну. That's what's up. Я вообще не понимаю, зачем вы это делаете. Вы чё, блядь, интернет-злодеи, блядь, реально? Блядь, то вам, нахуй, адрес свой сливаешь. То говоришь вам, давайте билет куплю, нахуй, в Барселону, блядь, приезжай. Не, блядь, ну, нахуй, короче, ноль, нахуй, ответов, блядь. Никаких ответов нету, блядь. Вы чё, пацаны? Вы, может, за базар будете хотя бы отвечать за свой? Ну, реально. Вы, блядь, 7 лет, блядь, ебёте мне башку, нахуй, реально. Вот эти, блядь, рэперы, хуеперы, блядь. Чуваки. Ну, очнитесь, пожалуйста, уже очнитесь. Давайте конкретику, блядь, конкретику, нахуй. Там, блядь, встретимся. Давайте, чё, приезжайте. Вас в рот выебут, ёпты. Просто выебут в рот, нахуй, блядь. Я уже твержу это, блядь, 7 лет, нахуй. Вы ничего не можете сделать, блядь, пиздец. Ничего, нихуя не можете сделать. Только, блядь, в интернете пишите, блядь. Привет, султан. Реально. Может, хватит уже, блядь?
Может, вы уже, блядь, яички отрастите, блядь. Или говорят там, я вот то, сё, нахуй, блядь. Я там, чё вы там, нахуй, курите, блядь? Чё вы там, чё вы курите, блядь, пацаны, блядь? Вам не надо курить. Травка плохо на вас влияет, отвечаю. Привет, Колян. Вам не нужно курить, вам нужно что-то другое, чем-то другим, блядь, заниматься, нахуй. Я, блядь, делал дела, нахуй, когда вы, блядь, когда вас не было еще, нахуй. Вы у мамки, блядь, в утробе сидели. Чё, пиздец, блядь. Конфликты какие-то, блядь, пиздец, нахуй, не смешите, блядь, мои трусы, нахуй, еще раз, блядь, повторю эту фразу, реально, ну. Вы когда, нахуй, меня видите, вы бежите мне руку сжать, вот так вот. Вот так вот, за 100 метров меня видите, нахуй, вы бежите мне, нахуй, руку сжать, вот так вот. Здравствуйте, Олег, здравствуйте, блядь. Потому что вы ссыкуны ебаные, блядь. Да делайте мем, что угодно, пацаны, блядь. Если вы делаете мемы, блядь. Надеюсь, вам залетит этот эфир. Музло, да, музло хорошее, музло отличное. Еще очень много всего готовится. О чем мы сообщим скоро. С одним товарищем. И еще сольный проект, два сольных проекта. Короче, я, бля, посмотрел, нахуй, эти видео, которые эти делают, бля, какие, нахуй, конфликты, бля, чуваки, с кем, блядь, конфликты, ну, реально, вот с кем у меня, нахуй, конфликты могут быть? С кем? Пиздец, бля. Конфликты, нахуй. Привет, Джава. Самый, на свежем, брат, на свежем. Блядь, чуваки, я даже, ну, как бы не хочу просто, блядь. Блядь, это обсуждать. Это я просто охуел. Сейчас зашел на YouTube, реально охуел от видео, которое, ну, люди делают, блядь. Кто там с кем конфликт, кто с кем не будет там что-то делать из-за этого. Да вообще похуй на этом, блядь, пацаны. Надо делать рэп, блядь. Ну, нормальный рэп надо делать, как бы. Вам не нравится, блядь, что я говорю? Съебите нахуй, отпишитесь, вообще забудьте. Идите, блядь, слушайте кого-нибудь другого, блядь. Пасха, Христос воскресе. Да никто не снич, все красавчики, блядь, нахуй. Все вообще молодцы, вот просто... Просто хочется встретить, блядь, вот всех этих, блядь, замечательных людей в жизни, блядь, отвечаю. Все замечательных, прекрасных людей хочется встретить. Воистину. Ть,
Мы, блядь, вам надо нахуй давно уже понять, что мы из разных лиг, блядь. Из разных, блядь, весовых категорий, блядь, понимаете? Я не прикрываюсь ни своими кентами, нахуй, ни папой, блядь. Ни, нахуй, блогерами, блядь, своими, нахуй. Которых у меня уже нет, слава богу, и, блядь, просто... Давай снипет. Не-не, снипет рано еще пока. Биты покупаешь? А что, в смысле? Что за вопрос, блядь? Ладно, короче, пацаны, на Ютубе, блядь, не сидите, там, ай-яй-яй, как бы, ну, на Ютуб не заходите, это, блядь, для слабаков, реально, клипы там смотрите, пожалуйста, там, какие-то общеобразовательные программы, там, что-то интересное, но вот это дерьмо не смотрите, потому что оно, ну, съедает мозги ваши, чуваки. Я хочу купити собі дім, такі як Майянтак. Я хочу купити собі дім, такі як Майянтак.